В этом году благотворительная акция «Неделя доброты и щедрости» нашла большую поддержку. Одним из партнеров мероприятия стал фитнес-парк «Витафит», который предоставил возможность многодетным малообеспеченным семьям посетить оздоровительный комплекс. Вы можете прийти по гостевым визитам, посетить наш бассейн, посетить групповые программы, посетить банный комплекс, отдохнуть от суеты, от ваших трудовых будней. Для нуждающихся семей это станет отличным подарком, ведь «Витафит» не просто фитнес-клуб в традиционном понимании, а настоящее место семейного отдыха. Здесь работает специализированный детский клуб, где малышей ждут игры и развлечения. Мне радостно наблюдать, когда родители счастливы за своих малышей, и мне радостно, когда мы, тренеры, сотрудники нашего клуба, можем помочь в этом счастье. Также самые маленькие посетители фитнес-парка могут позаниматься в воде в детской зоне с опытными инструкторами, пока родители будут плавать в большом бассейне в зале с панорамными окнами. Плавание способствует процессу развития основных групп мышц и укрепляет иммунитет. Преимущество нашего бассейна – это грудничковая ванна. У нас есть занятия для самых маленьких, начиная от 3 месяцев. А также у нас есть отдельные занятия для детей до 3 лет, до 6, до 7 лет. Это все проходит в детской зоне. Также у нас есть занятия, которые проходят в большой чаше для детей от 7 лет до 13. Для взрослых будет интересен зал для силовых тренировок, оснащенный современными тренажерами. Здесь дежурят профессиональные тренеры, которые всегда помогут и подскажут, с чего начать. Мы можем помочь человеку определиться с целями, которые перед ним стоят, составить грамотно программу, программу питания, программу тренировок. Также есть групповые программы, то есть человек может достичь желаемых результатов в кратчайшие сроки, и это будет эффективно, это будет безопасно. После занятий всей семьей можно отдохнуть в банном комплексе. К услугам клиентов парные, сауны и зоны для расслабления. Посетители фитнес-парка уже оценили уровень оказываемых услуг. Изначально, конечно, нам хотелось на плавание ходить. Ходим, посещаем, плаваем. Причем не одна, с друзьями. То есть никто не отказался от такого удивительного как бы, времяпровождения. Вот, и собираемся продолжать, и не только, наверное, плавание, потому что здесь много интересных залов. Неделя доброты и щедрости проходит в Ленинском районе с 20 по 27 ноября. Основные места проведения – магазины и торговые центры, где проходит сбор продуктов питания и товаров первой необходимости для нуждающихся жителей. Подробности акции можно найти на сайте администрации муниципалитета. Дмитрий Книга, Егор Хлябич, Елена Кошелева, Видное ТВ.